Всем привет! У нас сегодня с вами такой вебинар, который очень-очень важный, потому что важен он в основном для наставников, потому что, ну, новички редко ходят на вебинар. А скажите, пожалуйста, есть ли у нас на вебинаре новички, которые первый раз зашли? Есть, да? Отлично, отлично, замечательно. Есть, да, очень-очень хорошо, что вы ответственно относитесь к своему дальнейшему бизнесу, потому что мы с вами не только, как сказать, получаем подарки, но мы еще и доносим эти подарки до своих новичков, и у нас с вами получается, что мы делаем бизнес на этом, и на самом деле только компания Faberlic столько дарит, и сейчас мы с вами будем разбираться во всех акциях и учиться их понимать. Итак, поехали с вами. Значит, у нас с вами начался каталог номер 9. Каталог отличный. Разрешите вам представиться. Я Анна Кононова, старший национальный директор. На проекте я 2 года с момента регистрации нахожусь. Являюсь одним из сооснователей проектов нашего, да, то есть мы все вместе разрабатываем систему обучения и, конечно же, решаем самые важные вопросы. Вот, далее. Значит, в 2017 году, это у нас экспериментальный с вами год, у нас с вами будет 19 каталогов, да, то есть наш каталог номер 9, он длится с 5 по 25 июня, он идет 3 недели, но обратите внимание, что, допустим, каталог номер 14 будет 2 недели, который начинается 1 октября, да, потом, значит, каталог 2 недели будет номер 16, и каталог 2 недели будет номер 18. То есть нас с вами еще ждет 3 двухнедельных периода осенью, да, в самый сезон роста. Итак, каталог номер 9 меня очень удивил. И если честно, извиняюсь, что я за это говорю, но я очень удивилась, что появилась влажная туалетная бумага, которую можно брать везде с собой. И она биоразлагаемая, то есть ее можно не выкидывать, да, ее можно прям кидать. И вы знаете, я удивлена, что еще ждать от компании Faberlic. Скоро появится мужская обувь, скоро появится осенняя обувь. Все, наверное, ее видели, да, фотографии, поставьте плюсики, кто видел. Скоро появятся новые протеиновые шоколадные батончики со вкусом шоколада и, по-моему, кокоса. Да, то есть это полезный перекус, низкокалорийный, да, ну, спортсмены обычно их берут, покупают, потому что все любят сладенькое. Вот, и вы знаете, это, конечно, великолепно, что компания движется вперед, и это просто здорово. Значит, самое первое, что нам нужно с вами знать о том, что у нас с вами есть такая вот шикарная акция. Поставьте, пожалуйста, букву «Я» в чат те люди, которые ни разу не делали заказа с момента регистрации. Если у нас такие новички. Если есть, вам крупно повезло познакомиться с косметикой для дома, да, то есть что нужно сделать? Допустим, вот Наталья, да, смотрите, Наталья и Светлана, отлично. Вот смотрите, вы, к примеру, сами можете забрать этот подарок, и каждый зарегистрированный вами новичок тоже может забрать этот подарок. Вот, отлично, еще Елена, молодцы, отписались, спасибо огромное за обратную связь, вот. Значит, все, кто зарегистрирован по 25 июня, то есть даже если 3 каталога назад, нужно оформить и оплатить заказ на сумму по России 1199, по Украине 359 гривен, Казахстан 5999 тенге, Беларусь 35 белорусских рублей, по Молдове 359 лей. Это в ценах каталога, минус 20% скидочка вам обеспечена еще, да, то вы получаете подарок в следующем каталоге номер 10. То есть в этом периоде вы обязательно делаете заказ, или ваши новички, да, которые к вам придут, или уже которые пришли, но еще ни разу не делали заказов с момента регистрации, да, вот, допустим, новичок пришел 3 каталога назад, но он ни разу не делал заказ, и ему положен этот подарок. Значит, и получаете набор из серии «Дом Faberlic».
Как вы понимаете, зайдя в любой магазин на такую сумму, вы не получите 3 подарка и 20% скидку. Максимум, что вам выпишут, это процента 2-3. Согласны со мной? Поэтому компания Faberlic, конечно, меня часто спрашивают, за что же компания дарит такие подарки? Вот почему такого нет в магазине? Ну, во-первых, компания, она идет, производитель своей продукции, она может такое дарить, потому что она очень развилась за 20 лет своего существования. Не смотрите на то, что ей всего 20 лет, что она молодая, да, что другим сетевым компаниям там более 50 и 100 лет. Да, компания Faberlic, она очень даже хорошо разрослась, потому что у нее собственный завод, собственное производство и так далее, и так далее. И она может дарить такие подарки, она дарит абсолютно их всем. Да, то есть, когда наши вновь зарегистрированные новички до 25 июня оплачивают заказы, то с 26 июня по 16 июля при покупке на сайте, при второй, да, покупке на сайте, они получают набор косметики для дома всего лишь за 1 рубль, 1 гривну, 1 тенге и так далее. Да? Что у нас входит в набор? Это универсальный кислородный пятновыводитель, универсальный жидкий спрей, пятновыводитель и влажные салфетки для удаления пятен. Все эти три вещи отлично работают, позже я вас о них расскажу вам. И, конечно же, не забывайте, что вы сразу же автоматом получаете, как только у вас появился регистрационный номер, 20% скидочку, и сразу же, оплачивая заказ до конца каталога, вы участвуете в отдельной акции для всех сверху вот этих трех подарков еще в программе Фаберлик Клуб. Это тоже отдельная акция, о которой мы сегодня с вами поговорим. Самое важное, что каждый новичок должен сейчас знать, что в сумму заказов, необходимых для получения подарка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Вот, например, у меня доставка идет 129 рублей. Да, то есть я, да, смотрим, я проживаю, к примеру, в России, я беру свою сумму 1199 минус 20%, но плюс 129 рублей. Поставьте плюсики, все ли вам понятно. И тогда вам должна прийти смс-ка, что вы прошли шаг стартовой программы. Вот это очень важно. Некоторые новички об этом не знают, и бывает, вот рубля или двух не хватит. Вот, да, бывает обидно, конечно. Вот. Значит, первый у нас с вами подарочек – это пятновыводитель Экстра Окси серии Дом Фаберлик, вес 500 грамм, артикул 110-50. Ну, что я могу вам сказать про него? Я пользуюсь им год, он мне нравится. Чем он мне нравится? Он выводит и жирные пятнышки, он выводит застарелые пятна граната, он очень хорошо спасает заношенные носочки какие-то, да, то есть… Он очень хорошо работает при высокой температуре в паре с порошком. То есть я ложу пол ложки порошка, пол ложки пятновыводителя, ставлю машинку на 90 градусов, предварительную стирочку, и все просто великолепно отстирывается. Я им стираю постоянно, я не смотрю уже, есть ли пятна на одежде или их нету, я просто ложу их вместе всегда. То есть у меня есть и пятновыводитель, и порошок. Единственное, но у этого пятновыводителя есть такое. Он не 0+, да, то есть порошочком вы можете стирать белье новорожденных деток, этот порошочек для всей семьи. А вот пятновыводитель, он не 0+, поэтому вам нужно, если вы стираете одежду деткам, то нужно обязательно ставить двойное полоскание, да, то есть на машинке обязательно ставьте. Вот, значит, что пятновыводитель этот делает? Он, во-первых, биоразлагаем и экологически чистый. Он не наносит вреда окружающей среде. Самое главное, что он гарантирует экономный расход. При температуре, допустим, 30 градусов, он работает не так хорошо, как при температуре 60 градусов. Это уже мои личные наблюдения, да? То есть 60 градусов он уже хорошо работает. Вот. И вы знаете, он на самом деле и устраняет желтизну и серый налет, и он не вредит тканям, которые цветные. То есть вот у меня ни одной цветной вещи от пятновыводителя ни разу не пострадало, хотя я его заказываю уже более 2 лет. А там просто Оксана написано, что он подходит для всей семьи.
Таким образом, раньше была маркировочка 0+, потом ее убрали, эту маркировочку. Да, вот как раз вот этот пятновыводитель, он подходит под застарелые пятна, но если пятна очень сильно старые, не въелись в ткань, то нужно 2-3 раза, да, 2-3 раза проделать процедуру, чтобы спасти свою любимую вещь. Далее, второй подарок – это спрей-пятновыводитель, он у меня тоже есть. Что я с ним делаю? Я его наношу на пятно. Если пятно, допустим, от граната пятно, он у меня вывел, да, от граната. Вот недавно он у меня пятно вывел, я просто распыляю этот спрей на пятно и ложу в машинку. Да, то есть он немножечко полежит, и я ложу в машинку. Вот, значит, смотрите, на черной ткани могут быть осадочные следы и разводы, поэтому тоже после него лучше ставить двойное полоскание. Да, еще чем хорош этот спрей, мне он очень нравится, я его беру с собой в дорогу. Вот вы не поверите, всегда во все путешествия, да, все вы знаете, что мы ездим в разные страны мира, также мы ездим на региональные конференции по России, да, недавно были в Новосибирске, недавно были в Казани, были Нижний Новгород и так далее, да, и тут хочется сказать, что эта вещь реально мне нужна, потому что у меня муж очень любит, да, оденет что-то новенькое, сядет за компьютер, кушает, и, конечно же, все у нас пузико в пятнышку, да, в жирную пятнышку, и мне очень нравится наносить этот спрей, и как бы в условиях номера он мне очень помогает, и дома он мне помогает, и всяко-разно он мне помогает, да, то есть он весит всего 150 грамм, да, объем всего лишь 150 миллилитров, но он такой долгоиграющий артикул, у него 111,51, я его постоянно заказываю, у меня нету такого, чтобы этот спрей закончился. Он на самом деле мне нужен, и также, как вы видите, он идет как растительное сырье, безопасен для человека, биоразлагаемый, экологически чистый и не наносит вреда окружающей среде. Это новинка, это очень классная новинка. Он выпустился несколько каталогов назад. Ну и моя любовь, мои салфетки. Сколько раз они меня выручали, это уже не сосчитать. Они убирают даже горький шоколад с белоснежного искусственного меха. Этот эксперимент был проведен прямо на елке, прямо на моей 3-летней на тот момент дочке, и это уже 100%. Свежие пятна он очень хорошо уводит, но с застарелыми пятнами он не будет бороться. В упаковочке 20 штук. Всегда с собой. Вы знаете, когда у нас был форум в Москве, мы там встречались на ассамблею директоров, у нас там была очередь. Очередь в кафе, потому что оно там было одно, а перерыв в час, и все, конечно же, в ближайшее кафе побежали кушать. И когда я взяла кофе, мы столкнулись с женщиной, и кофе упало на меня. Вы знаете, что эта женщина сделала? Она достает салфетки Faberlic, говорит: «Возьмите салфетки, возьмите, так классно». И я так думаю: «Боже мой», говорю, «вы свой человек», говорю, «у меня тоже они есть». Да, и мы эти салфетки... Этими салфетками оттерли все пятнышки, да, было очень интересно, классно. А, Коля, вон, смотрю на вебинаре. Да, всех молодых мам в легкую можно садить на эти салфетки, и, конечно, я благодарна. И мы в костюме вот в этой Снегурочке сходили второй раз, и вы не поверите, мы его в прошлом году один раз одели, вот я все очистила, и нам не пришлось его стирать, мы его так и повесили на плечики, надели на него чехольчик, и в этом году опять одели его. Да, вот такие влажные салфетки, вообще без следа. Ну, конечно, она хорошо обляпала свой воротничок, и нам пришлось, конечно, салфеток 5, 6 или даже 7 потратить, чтобы это все оттереть. Но если пятна свежие, он в легкую это все убирает. Просто незаменимая вещь, когда ребенок побежал, упал, да, то есть все коленка в песке, вы посмотрели, ранки нет, ничего нет, значит, все хорошо. И вот эту же штанишку тут же, сразу же вы можете отмыть и как люди, белые люди, пойти и дальше гулять. И не нужно идти домой переодеваться. Вот это вот тоже здорово. И на самом деле я очень рада, что новичкам дарят косметику для дома. Я всегда ей бываю очень рада, потому что, ну, косметика для дома, ну, каждый новичок с ней должен познакомиться. Вот. Конечно же, дорогие коллеги, все ли знают, что на подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеет право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации на проекте?
Даже если новичок пришел 3 каталога назад, даже если он уже в распечатках, в отчетах покраснел и идет на терминацию, на удаление номера, он все равно имеет право на подарок. Вот это очень важно знать, поэтому вы можете такому человеку позвонить и сказать: «Здравствуйте, вас ждет 3 подарка, 20% скидка». Да, то есть это просто шикарно. Далее. Также важно, что оплата должна пройти до конца каталога. Иногда такое бывает, что новички, вот мне сегодня новичок с утра пишет: «Анна, я не успела оплатить заказ до конца каталога». Слава богу, это был новичок, который просто не успел оплатить, и она пошла по пробному шагу, это великолепно, и она может забрать салфетки. А вот, как вы знаете, акция новичка – это первый шаг стартовой программы. Если забыть оплатить второй, пятый шаг и так далее, любой из шагов, то там мы уже слетаем с акции, слетаем с последующих шагов, поэтому будьте внимательны, всегда оплачивайте свои заказы до конца каталога. Это важно для стартовой программы и для программы Faberlic Club. Итак, далее, значит, важно подарок выбирать самим вручную, да, то есть и нажать кнопочку «Применить изменения». Это будет у вас в следующем каталоге, дорогие призеры, да, в разделе промо-акции на предпоследнем шаге заказа. Также подарок уже может упасть к вам накладную на последнем шаге, поэтому будьте внимательны. Если в разделе промо-акции вы не найдете, как добавить шаг стартовой программы, чтобы забрать под... 3 каталога. 3 каталога подарки висят, а потом сгорают, Лилия. Отличный вопрос. Надо об этом написать на слайдах, чтобы все знали. Да, бывает такое, что новички забывают забрать подарок, и их подарок ждет 3 каталога, потом сгорает. Вот. Поэтому знайте, да. Также очень хочется похвалить компанию и сказать, что компания очень лояльна к своим новичкам. И если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок новичка, это может быть сумма заказа меньше, чем нужно для получения, да, то у него был пробный шаг. Или он забыл оплатить его до конца каталога, это тоже считается пробный шаг, да, после которого тоже можно получить 3 подарка этого периода, но только в том случае, если не сделать перерыв между заказами. То есть пробный шаг уже открыл участие на акцию новичка. Если новичок прошлого каталога, да, идущий по пробному шагу в этом каталоге, не сделает оплаченного заказа, все полгода подарков по стартовой программе сгорают, не только подарок новичка. Значит, смотрим. Сейчас мы с вами как наставники или как будущие наставники, да, если новичок не оплатил заказ до конца каталога, оплатил следующим. Нет, нет, это был пробный шаг, если это был первый заказ, это был пробный шаг, Леночка. Значит, смотрим, где можно увидеть людей, которые у вас идут по стартовой программе. Пропало. У всех все слышно, дорогие коллеги. Поставьте мне плюсики, дайте обратную связь. Слышно ли меня? Появилось. Спасибо. Огромное-огромное спасибо. Значит, когда вы заходите в свой личный кабинет, да, видите, в кружочек обведен свой личный кабинет, видно ли мой курсорчик? И потом вы нажимаете раздел «Отчеты», и в отчетах вы ищете по стартовой программе «Структура личной группы». Видно, да? Замечательно. Вот. И тут вы, когда ее распечатываете, у вас будет видно, сколько людей у вас идут по стартовой программе. И там прямо так и будет написано «Пробный шаг». И вот всех людей с пробным шагом нужно обязательно отработать. И обязательно отработать людей, которые выполнили первый шаг, то есть забирают акцию новичка этого периода. Некоторые не знают, что они могут полгода получать подарков или они могут сгореть. Да? Это, конечно же, важно, очень важно. Знайте обязательно. Итак, поставьте, пожалуйста, плюсики мне, дорогие призеры, а кто забирает линейку Skyline в подарок. Это, конечно, просто здорово. Декоративная косметика. Все оттенки на выбор. Плюсики полетели. Молодцы, замечательно. Угу. Значит, смотрим. Наша выгода в этом каталоге такова.
да, ваша дочь, отлично. Значит, мы с вами можем выбрать подарок по программе Faberlic Club, получить 20-26% скидки уже, да, и забрать 3 подарка в разделе промо-акции. Вы заходите, делаете обычный заказ, потом вы заходите в раздел промо-акции, и там у вас будет подраздел акции консультанта. Вы туда заходите, у вас там будет написано «Первый шаг стартовой программы». И там будет, вы его открываете, там будут 3 вкладочки. Вы выбираете себе тени цвет на выбор, тушь цвет на выбор и помаду цвет на выбор. Все это нажимаете «Добавить» после того, как... После того, как да, добавили, нажимаете еще раз «Добавить» и потом внизу нажимаете кнопку «Применить изменения». После того, как страничка у вас загрузилась, да, ну это буквально все 30 секунд делается. После того, как страничка загрузилась, вы вниз катите колесиком, видите саму накладную, и голубым цветом у вас должно быть выделено 3 продукта, которые вам добавились. Да? Они будут, наверное... 30 копеек или сколько там каждая штучка, да, ну, увидите, да, рубль в общем за все 3. Вот, и далее в этом каталоге вы уже можете, забирая подарок по акции новичка, первый шаг стартовой программы, вы уже в легкую можете выполнять второй шаг стартовой программы. То есть в каждом следующем периоде мы с вами размещаем и оплачиваем заказы от 2500 или от 5000 рублей суммарно за период в ценах каталога. То есть можно сделать, допустим, несколько раз заказов по 800 рублей, да, по минимальному заказу, чтобы у вас скидочка 20% сработала. Вот, значит, цена по каталогу с каждым новым шагом растет. Позже мы с вами обсудим, что такое стартовая программа. И тут тоже важно знать, что второй, третий, все последующие шаги это то, что в сумму заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. И все шаги по стартовой программе строго оплачиваются до конца каталога. Будьте внимательны, обязательно контролируйте людей, которые у вас сделали первый раз заказ, чтобы они получили свои подарки в следующем периоде. Вот. Что будет, если вы просто заберете эти 3 подарка? И все, да, то есть за вами, у вас сгорает право на участие в 9-шаговой стартовой программе, но 20% скидки плюс подарок новичка плюс Faberlic Club вы будете программу получать, да, то есть вы можете, будете ее все равно получать. То есть все у вас хорошо, вы просто стартовую программу недовыполните до конца. Итак, минимальные заказы по всем странам. Обратите внимание, что я тут собрала все. Сейчас я вам вышлю раздел с нашего командного сайта по стартовой программе, чтобы вы посмотрели, почитали видео, в ней разобрались, чтобы ваши новички не запутались, да, чтобы все у вас было здорово. Сумма стартовой программы все указаны там. Далее, что же это за стартовая программа, да, то есть обязательно условия для всей стартовой программы – это ежекаталожные заказы, оплаченные на нужную сумму до конца каталога. Эта программа длится 9 периодов, то есть полгода, да. Итак, значит, первый шаг, да, тут идет, как вы видите, два да, первых шага. То есть первый шаг – это… Он периодически, каждый каталог разный, да, первый шаг стартовой программы, это акция новичка, и он разный каждый каталог. То есть тут указан, первое, это набор Skyline, это новички прошлого периода его забирают. И тут же указаны пятновыводитель, спрей и салфетки. И новички этого периода будут его забирать в каталоге, да, следующем. Поставьте плюсики, понятно? Первый шаг стартовой программы всегда меняется. Знаете об этом, что подарки разные бывают. Второй шаг стартовой программы – это уже у нас с вами идет набор Grand Prix Хенкере. Это альтернатива салонной процедуре. Это пилинг, скраб и крем, жидкая перчатка. То есть сначала вы очищаете ручки, потом скрабируете, убираете недостаточки, кожа становится мягкой, как у младенца, и потом вы уже наносите кремчик, жидкая перчатка сверху, дабы попитать ручки, потому что очень большой слой кожи у вас будет снят.
Великолепная программа, я ее всем всегда дарю на дни рождения, на какие-то праздники, потому что она отдельно продается в таких симпатичных коробочках, которые я безумно люблю. Это первый набор, значит, по второму шагу стартовой программы. Также входит маска для волос, которую вы можете выбрать под свой тип волос, и шампунь, который тоже вы можете выбрать под свой тип волос. Марки Эксперт, да, это самая ходовая на данный момент марка у нас. Она идет в средней ценовой категории, она идет не дешевенькая, но вам, конечно же, она достанется за копеечки. Второй шаг стартовой программы – это порошок на выбор, и вот этот как раз пятновыводитель, да, я пробовала, но запах не нравится. У серии, да, у серии не нравится запах или у чего? Если у шампуня, то там на выбор, и все ароматы разные шампуня. То же самое маска, там тоже на выбор, все ароматы разные. А, набора, да, ну, да, может быть и не понравится, конечно, но он не сильный. А мне очень нравится, да. Ну, вот у кого как, да, кому как нравится. Я вот, допустим, мне нравится мыться серией BioArctic, но я терпеть ненавижу этот ментоловый вкус шампуня. Моешь голову, и прям голова вся холодная, мятная. Я вот, меня раздражает это, и я вот не стала его покупать из этого. А муж у меня, наоборот, только BioArctic моется против перхоти. Ему очень нравится, да. Он говорит, великолепный шампунь, что ж ты так его не любишь? А я вот не люблю, и все вот. Поэтому, да, на вкус и цвет, конечно, товарищей нет. Главное, чтобы продукция работала, помогала. И, конечно, если уж вам не нравится, но вы выполнили второй шаг стартовой программы, поверьте, это отличный подарок потому, любой женщине, потому что это реальная альтернатива салонной процедуре. Вот. Четвертый шаг стартовой программы – это набор серии Ice Trim. Тоже вы выбираете под тип вашей кожи, там гель для век, ночной дневной крем, очищалочка для лица, то есть, ну, как бы такой увесистый хороший подарочек у вас будет. Пятый шаг стартовой программы – это набор серии Skinline. Там тоже очень хороший выбор, там тушь на выбор, помада на выбор, каял на выбор и тональное средство на выбор. Шестой шаг стартовой программы, там мы не выбираем ничего, но сам шаг просто супер. Это средство для чистки духовок и плит, это спрей спрей от, как сказать-то, чтобы стекла не потели, с антизапотевающим эффектом, спрей для стекол. Вот. Далее, значит, средство для унитаза с антибактериальным эффектом, средство для ванной комнаты и средство для металлических поверхностей, для чистки металлических поверхностей, да, то есть раковины, мисочка где-то пригорела, еще что-то, он на самом деле делает вещи просто яркими, блестящими, да, вот. Седьмой шаг – это моя любимая процедура. Это тоже процедура идет как замена визита в салон, да, то есть альтернатива салонной процедуре. Это химический пилинг с анокислотами, микродембразия и энзимный микропилинг. То есть это три таких вот, да, сначала вы наносите, ждете 5 минут, первый, да, шаг, второй шаг, вы скрабируете, оставляете, как вам даже сказать, да, снимаете остаточки, которые первый шаг размочил, да, грубо говоря, своими кислотами, и когда вы все это смываете, третий шаг, это SPF-крем соцвосстановления, его очень обязательно. Конечно, будьте внимательны, после этой процедуры нельзя выходить 12 часов на прямые солнечные лучи. Кожа очень хорошо обновляется, но делайте эту процедуру, самое главное, на ночь. Это важно. Да. Уже завтра, великолепно. У меня только в пятницу заказ придет. Очень долго я жду. Но я живу в маленьком поселке, конечно. Вот, восьмой шаг – это люксовая серия Secret Story. Это моя любимая серия. Это идет там помада цвет на выбор, лак цвет на выбор, тональный крем, двойной агент, который идет как основа под макияж и как тональный крем, подстраивающийся под ваш цвет кожи. И также идет шикарная моя любимая тушь Secret Story. Сейчас скажу у нее артикул 5599. Вот
Очень люблю эту тушь, постоянно ее заказываю. Реснички пушистые, классные, она не осыпается. Ей можно подкрашиваться в течение дня, лапок пауков не получится, да, то есть, ну, просто нет нареканий, потому что это люксовая уже серия, Secret Story, она уже не дешевая серия, как вы видели, да, в ценах каталога. Это просто классно заказывать, допустим, за 99 рублей получать на самом деле люксовые продукты. Далее, 9-й шаг стартовой программы – это парфюмерные пары. Это полноценная парфюмерная вода 50 мл плюс вторящий к ней аромат гель для душа. Да, то же самое. Мужская пара, то же самое. Что получается? Вы можете выбрать там, по-моему, из 5 ароматов. И также мужские тоже из 5 ароматов можете выбрать. Что женское, что мужское. Я выбрала Ауру и Лестет. Вот я выполняла под дочкой последний шаг стартовой программы. Муж очень любит парфюмерную водичку именно Лестет. Я ему ее забрала. Хотя еще предыдущая не закончилась, но пусть стоит закрытая. Вот. Далее, значит, стартовая программа – это первый шаг новичка, это и есть акция новичка. А в сумму заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Это мы с вами уже знаем. И последнее, что бы мне вам хотелось рассказать о стартовой программе, это тоже очень такая лояльная, удобная программа, потому что вы можете один каталог сделать заказ на 2500 и получить за 300 рублей, да, набор, а в следующем каталоге вы сделаете заказ на 5000 и получите набор за 99 рублей. А потом таки, забирая набор за 99 рублей, вы сделаете заказ на 2500 и опять-таки получите его за 300 рублей. То есть вы сами можете выбирать, на какие суммы вам делать заказы, чтобы идти по стартовой программе. То есть, если вы первый заказ сделали на 5000, а второй раз вам не нужно столько продукции, то вы можете сделать легко на 2500. Да? Поставьте плюсики. А есть ли вопросы по стартовой программе? Все ли хорошо, все ли понятно? Я рассказала, дорогие коллеги, и переходим к следующему. Если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Я буду останавливаться и обязательно все рассказывать. Ага. Итак, это внеплановое объявление. Я сейчас с вами делаю по просьбе руководства компании Faberlic. Да? Хочется вам сообщить, что в компании Faberlic есть кодекс, и к нам бывает, что очень много людей просится на перерегистрацию, и таких людей, я вам хочу сказать, что брать очень сильно нельзя. Мы работаем с вами только честно, только по кодексу. Почему? Потому что свой номер регистрационный нужно беречь, он у нас с вами передается по наследству, ему можно передать детям, дети передадут внукам и так далее, и так далее. Все мы с вами понимаем, что наша компания существует на много десятков лет вперед, что она уже пережила несколько кризисов, она очень стабильная, она расширяет страны. Сейчас мы можем сотрудничать уже с 42 странами мира, да, то есть где-то уже можно официальный договор открывать, где-то еще только есть доставка, да, в 31 стране точно можно уже официально зарабатывать, так же, как и мы, да, основные страны: Россия, Казахстан, Беларусь, вот, Молдова, Украина, да, у нас сейчас такие, больше всех, да, у нас с этих стран людей в нашей команде, вот, значит, перерегистрации запрещены кодексом компании, человек не может иметь два регистрационных номера, второй номер 100% удалят, вычисляется это очень легко и просто, если вы все же взяли человека на перерегистрацию, не дай боже, когда этот человек будет открывать индивидуальное предпринимательство, чтобы получать денежки на расчетный счет в банке каждые 3 недели, недельки, его тут же и удалят, потому что все проверяется. Поэтому не рискуем, никакие перерегистрации на себя не берем, потому что это будет вам штраф. Если же вы, не зная, взяли человека какого-то себе на обучение, я вас очень прошу, напишите, пока еще не поздно, да, пока вас не поймали, в обратную связь, что вот такой-такой лидер у меня перерегистрирован, прошу его удалить. Если вы пишете об удалении первыми, вам ничего не будет. С вас снимается ответственность за этот поступок.
Поставьте плюсики, минусики, вопросики задайте, пожалуйста, и поедем с вами к следующей теме. Пока вы плюсуете, минусуете, задаете вопросы, я вам скажу, что перевод человека возможен, если он к вам просится, но только в течение 2 каталожных периодов с момента регистрации. Если под консультантом нету ни одного зарегистрированного человека, и только с личного разрешения в обратную связь от действующего наставника. То есть работаем честно только таким образом. Далее, 2 каталожных периода – это без заказа или под ним может быть структура. Есть с заказом, но под ним не может быть структуры. А что с близкими родственниками не так? Прямые родственники, если они уже зарегистрированы в компании Faberlic, как вы знаете, регистрационный номер передается по наследству, и вы должны быть зарегистрированы в структуре своих близких родственников. Мне придется выйти. Маша, отпишись в личку, что не так. Если родственники уже зарегистрированы в другой структуре, если прямые, то нельзя регистрироваться. Если дальние, то можно. Допустим, свекор – дальний родственник. Мама – это прямой родственник. Брат – прямой родственник. Если человек был зарегистрирован 19 периодов, можно регистрироваться тут же, прямо через минуту после терминации. Тут проблем нет. Оксаночка, такое бывает, к сожалению, потому что наш проект очень быстро растет, очень быстро развивается. Есть люди, которые пытаются к нам всячески попасть, да, но если уж такое выяснилось, ничего страшного в этом нет. Просто отдаем человека компании, говорим, что это перерегистрация, объясняем, по каким причинам не отдали раньше. Все, никаких проблем не будет. Серьезно, никаких. А если жена племянника или... Нет, это, по-моему, не близкие уже родственники, не прямые. Если родственники в другом городе живут и зарегистрированы, а ты не знала... Ну, тут уже, Оксана, нужно обязательно писать в обратную связь вопросы. Это уже индивидуально все решается. Все решаемо, но индивидуально. То есть это надо уже разбирать вопрос конкретно с обратной связью, писать все как есть. Маша Локтева, нужно обязательно спросить, под какой фамилией, имя, отчество она была зарегистрирована, и поискать ее через сообщество. Если ее первый регистрационный номер действует, то есть обратитесь обязательно к своему директору, если ее первый регистрационный номер действует, то ее нужно со второго номера обязательно удалять. Если он уже терминировался, то пусть она работает спокойно. Проверяла, не было, ну и все отлично, значит, она терминировалась. А если именно, да, будет первый раз предупреждение, второй раз штраф, да, да. Могут даже, если вот вы, допустим, у нас был случай на проекте, девушка всех перерегистрировала в открытую, не наша, да, не с нашего проекта, в открытую на Ютубе звала к себе уже зарегистрированных людей, и вы знаете, ее удалили из компании, потому что она очень много раз нарушала кодекс. Такое может быть, да. Да, то есть не берем. Конечно, ну во всех компаниях есть кодекс, это очень важно, во всех компаниях. Итак, дорогие коллеги, всем ли все понятно? На все ли вопросы я ответила? Переходим к следующей теме. Спасибо за плюсики. Все, отлично, теперь вы все знаете, вы знаете, что вы можете, не дай бог, у вас случился какой-то казус, написать первыми, просто удалить этого человека, и все у вас будет дальше хорошо, как и было до этого, да? Светлана, продублируйте, пожалуйста, вопрос. Я сейчас уже, не история слишком большая переписки, продублируйте вопрос. Пока Светлана дублирует вопрос, я вам расскажу, что у нас с вами этот период, это последний для того, чтобы вы могли получить столовый набор в подарок для наставников. Очень красивый, эксклюзивный от компании Faberlic набор столовых приборов с логотипом Faberlic. Так, не вижу пока продублированного вопроса.
Можешь наверх его вот во вкладочку «Вопросы» продублировать. Да? Значит, с 6 по 9 периоды мы с вами выполняем суммарно ЛО 200 баллов, то есть по 50 в каталог или там два раза по 100 баллов, как хочется. И, значит, за весь период акции мы помогаем четверым консультантам выполнить второй шаг стартовой программы. И когда вы им это помогаете, вы выполняете вот условия. Да? То есть все очень просто. Самое главное, нужно знать, что все эти консультанты должны быть зарегистрированы под вами в первую линию. Отклонить заявочку, потому что смысл зарегистрированным относить продукцию. У них есть свой номер. Уже выполнила условия. Мариночку поздравляем. Это здорово, это классно. Я тоже очень хочу такой набор. Прям очень-очень. Прям с логотипчиком Faberlic. Мне очень хочется. Итак, желаю удачи. А у нас с вами есть еще, да, 3 недели. Да, это классно. Очень хороший набор. Я его видела вживую. Я вам хочу сказать, что он очень качественный. Вилки-ложки там не тонкие, они не гнутся. Это качественный металл, качественный продукт. И такой набор в магазине, я думаю, реально дорого бы стоил. Да. Такое, что еще зарегистрированного человека добавили в чат, а человек точно не зарегистрирован. Проверял, что чат Faberlic, но не наш. Не поняла, Марсель, а может быть такое, что еще не зарегистрированного человека добавили в чат. У нас запрещено добавлять незарегистрированных людей в чат или людей не с проекта Faberlic Online. Очень строго запрещено. Если выясняется, что кто-то добавил человека незарегистрированного, то и сам добавитель из чата будет удален. Это очень строго. Чат Faberlic, но не наш. Не знаю, как можно незарегистрированного еще и не ваш чат добавить. Не знаю. Поздравляю. Так, хочу зарегистрировать мужа, сестру мужа, и ее свекровь. Как лучше это сделать? Светлана, можете всех под себя, можете кого-то из родственников под себя. Ну, понятно, что муж, потом под мужа сестру, потом под сестру ее мужа, потом свекровь. То есть муж сестры и свекровь – это не близкие вам родственники, то есть их можно регистрировать в самую глубину. Угу, отлично. Ну что ж, поехали с вами дальше. Я вам хочу представить очень шикарную акцию. Но эта шикарная акция, к сожалению, без вашего участия никак не будет работать. Поэтому знайте, что вам нужно донести до людей, что им полагаются подарочки. Подарки шикарные. Это водостойкая подводка для глаз и тушь для ресниц. Хочу сказать, что когда вы будете рассказывать про эти подарки, не бойтесь, обязательно рассказывайте. У меня есть то и другое. Я вам хочу сказать, что подводка просто шикарная. Она действительно водостойкая подводочка, да, как вы видите. Да, она действительно водостойкая, она действительно красивая. Можно нарисовать толстую полосочку, тонкую полосочку. Очень классная водостойкая тушь дарится нашим людям. Да. Тушь на самом деле мицеллярной водичкой, ее надо замачивать, чтобы потрудиться, чтобы смыть. Поэтому продукты действительно достанутся тем, кто давно не делал заказы великолепного качества. Поэтому давайте с вами обсудим и поднимем свой товарооборот и отработаем каждого человека, который покрашен желтым цветом в наших распечатках по личной группе по каталогу номер 9. Все ли умеют находить таких людей? Кто не умеет, просите видео в чатах и обязательно оповестите их письмами через Viber, через WhatsApp, через Telegram, через сообщество. Можно по телефону, если они живут у вас недалеко. Можно обратиться к своему лидеру 15% и попросить его позвонить через IP-телефонию, которую директора проекта оплачивают для своих лидеров, чтобы они могли звонить в любые города мира. Да? Вот. Человек хочет позже зарегистрироваться. Ну, я не знаю, у нас это запрещено. И даже если кто-то что-то, кого-то добавит, я думаю, что это все равно можно выяснить и убрать человека, Марсель. Мне кажется, что после регистрации только можно добавлять людей. Далее, значит, все мы с вами поняли эту акцию, что у нас с вами есть люди, которые давно не делали заказ, да,
И они у нас покрашены в наших распечатках по личной группе желтым цветом. И эти люди имеют право на два подарка. А если сделают заказ, и обратите внимание, что оплатить можно этот заказ в течение 7 дней после поступления продукции на пункт выдачи. Если вы делаете заказ, будете помогать своим желтеньким делать заказ на почту, то кроме Укрпочты везде 100% предоплата, что Казахстан, что новая почта в Украине, что Почта России. Да, поставьте, пожалуйста, плюсики. Также знаем, что не обязательно оплата до конца каталога. То есть даже в воскресенье, в последний день каталога, 11:30 ночи, человек, покрашенный желтым цветом, делает заказ на нужную сумму, и ему автоматом падает это в подарок. Поняли? Это очень важно. Поэтому, конечно, кроме вас никто это не донесет. Знаете что, если вы не донесли, вы потеряли товарооборот, вы потеряли выплаты. Укрпочта оплата при получении, да, новая почта предварительная оплата. То есть на Украине есть два вида доставки почтой. Да, Россия, Казахстан по предоплате. Далее, значит, мы обязательно с вами доносим до каждого человека, что им надо самим выбрать эти подарки, самим добавить, самим применить изменения и проверить, что два подарка точно лежат в накладной. Они будут покрашены голубеньким цветом. Все понятно? Задавайте вопросы, пожалуйста. Переходим к новой теме. Все понятно, да? Полезный вебинар, дорогие коллеги. Полезный для вас был вебинар. Мы уже с вами почти половину изучили. Очень, да? Да, рада, что я вам полезна. Итак, вижу, вопросов нету. Никто ничего не пишет. Давайте дальше. Значит, сейчас мы с вами будем понимать, как правильно добавлять акции по каталогу номер 9. Обсудим такую коварную акцию, как бонус за покупки. Почему коварную? Она, с одной стороны, радостная, но, с другой стороны, очень много кто на ней обжигается. Да? Первый вид акции – это продукцию, которую нужно добавлять в корзину. Сейчас я вам скидываю условия добавления акций. Низкий поклон Оленьке Дубяке за такое красивое, понятное письмо. Знаете, что у нас с вами 43 акции, которыми нужно пользоваться из каталога. Но когда вы добавляете, допустим, любую акцию, да, так, каталог у меня ребенок унесла, да, когда вы добавляете любую акцию из каталога, абсолютно любую, без разницы какую, да, если она не подписана как бонус за покупочки, они у вас в корзину падают дорого, но потом, когда вы нажимаете «Продолжить» и попадаете в накладную в раздел промо-акции, обратите внимание на то, что все пересчиталось, уменьшилась сумма заказа и уменьшились баллы заказа. Да, я думаю, все это понимают. Вот, это значит первый вид акций, это продукцию, которую нужно добавлять именно из каталога. Второе, это наши бонусы за покупку. Это продукция, которую нужно выбирать в разделе промо-акций и никогда-никогда не выбирать ее из каталога. То есть, когда вы видите кружочек, в котором написано «бонус за покупку», никогда, то есть пролистываем эту страничку и решаем уже в промо-акциях, сколько нам нужно забрать этих продуктов, смотря на какую сумму вы сделали. Да? То есть эта акция у нас не кратная, как и предыдущая, вы можете забрать столько, сколько вам хочется продукции, да? Этой в разделе «промо». Вот, значит, их всего 11 в этом каталоге, да, это жидкое мыло, зубная паста, DD крем Гардерика, крем для рук Вербена, любое средство по уходу за ногами Этноботаника, бальзам для губ, сатиновая губная помада Skyline, тушь Skyline искусство объема, наклейки для ногтей Skyline и аромат Каори 15 мл и коктейль День. Ой, коктейль День, вот прям берите все, он очень вкусный, ванильный, такой приятный, прям с молочком, да, я высыпаю несколько пакетиков на 1 литр молока, прям все это в блендер, все это смешиваю, туда кидаю банан и просто очень вкусно, я люблю очень коктейли Faberlic, причем они полезные. И третье, это продукция, которая добавляется автоматически в заказ. Как вы поняли, это наши подарки.
Да? Значит, первый подарочек – это саше маски для волос. Подарок при покупке любого продукта с Элан Кейр. Да? Очень хорошая серия, без лаурисульфата. Там идет шампунчик в состав входит. То есть, это тоже альтернатива салонной процедуре. Далее у нас с вами идет дезодорант-спрей в подарок за 1 рубль при покупке аромата Шершеля Фам. Шершеля Фам – это легкий женский аромат, очень такой приятный, очень такой… Но когда я его первый раз на себя нанесла, первая ассоциация была такой нежный-нежный, легкий-легкий, приятный-приятный. Вот. Далее, значит, и мерная ложечка в подарок за 1 рубль при покупке стирального порошочка. Да? То есть будьте внимательны, сейчас в стиральный порошок не вкладывается ложка мерная, но ее отдельно можно не покупать, можно заказать в этом каталоге порошок, и ложечка вам упадет. Ну, зачем лишние денежки тратить? Добрый день, Анна, если заказ на 2500, сколько бонусов за покупку я могу заказать? На 2500. Смотрим. Смотрим, да? То есть 2500. Это значит, так, я открыла аж прям калькулятор. Смотрите, жидкое мыло Beauty Cafe всего за, 100, за 85 рублей при покупке по каталогу от 2999 рублей. То есть 2500 мы делим на 299. И получается, мы с вами можем забрать жидких мыл 8 штук. То же самое мы с вами можем забрать тут же, да, из-за этой же суммы мы с вами можем забрать 8 зубных паст, да, поняли? Мы с вами можем забрать 8 DD-кремов, да, то есть это все на одну сумму вы можете забирать и так далее. То есть эти акции некратные, и на каждую акцию, на каждый бонус за покупку не нужно отдельно выполнять условия. Гузалия, я понятно вам объяснила? Да, там уже будет отображаться количество. Поставьте плюсики, я вам покажу через демонстрацию экрана. Пусть это будет немножко подольше, но я вам обязательно покажу. Ну, они просто сгорят, если вы их не заберете, но забирать их не обязательно. Так, вижу плюсики. Так, рабочий стол. Запустить публикацию экрана. Так, я сейчас в своем личном кабинете. Поставьте плюсики, все ли вы его видите. Сейчас я что-нибудь добавлю в свою корзинку, и я вам покажу, как это выглядит. Эти бонусы за покупочку. То есть сначала мы с вами что-то оформляем во флеш-каталоге, да, абсолютно любую вещь, которая есть из нашего флеш-каталога. То есть бонусы за покупку выдаются только из покупки по флеш-каталогу действующему. Сейчас я первые встречные добавлю. Всем ли видно мой экранчик? Минуточку, я посмотрю. Не видно. Вообще никому не видно. F5. Нажмите F5. Видно хорошо. Кому не видно, F5. Перезагружаемся. Так, вот у нас, значит, с вами идет каталожек. Мы с вами что хотим, добавляем. Так, ну давайте вот я не буду далеко ходить. Возьму бьюти-бокс, просто чтобы время не терять, да? Кстати, он у меня такой есть. Да, возьму на всякий случай 5 штук, чтобы было понятно. Вот они, он у меня отобразился в корзине. Я нажимаю «Продолжить оформление заказа». Как вы видите, 1480 рублей. Мне сделали скидку уже от цены каталога 26%. Вот, я попадаю в раздел промо-акции, нужны каталоги добавляем, не нужны убираем. И тут у нас с вами есть акции каталога. Открываем акции каталога и видим моделирующая тушь Secret Story за 299 рублей при покупке декоративной косметики. Сколько я могу взять штук? Нажимаю «Выбрать товар». И в выборе товара я уже смотрю, сколько штучек мне положено. Мне положено 5 штучек. Я могу их забрать все 5. Если я забираю все 5, так вот, видите, 6 не дали взять. Я нажимаю «Выбрать». Когда, но она никогда у вас не попадет в накладную, пока вы не нажмете кнопочку «Применить изменения». Вот эта кнопочка. Обязательно. Вы ее нажимаете, потом смотрите каталог. Ой, смотрите накладную, извините. А, да, то есть под «Итого».
Так, минутку. Сейчас я все сверну. А то уж очень много всего. Да, вот. И как мы видите, эта тушь у нас с вами добавилась. И она так и называется, да. Промо, моделирующая тушь Secret Story. Всего за 221 рубль. То есть она еще дешевле, чем представлена, да, в акциях. Она еще дешевле, чем представлена в каталоге. Вот. Всем ли все понятно, дорогие коллеги? Плюсики, минусики ставим. Все, да? Замечательно. Отлично. Давайте вернемся с вами в презентацию. И поедемте с вами дальше. Если вам что-то непонятно, вы, пожалуйста, обязательно, обязательно мне об этом говорите. Я вам прям в живом режиме все это покажу. И вы тогда уже будете 100% все знать и все понимать. И вам будет легко и просто доносить это все до своих новичков. Да, ведь нам нужно с вами знать не только про себя, да, что вот, ой, я сейчас себе наберу подарков. Вы должны понимать, что ваш рост зависит от позитивного отношения к компании Faberlic, ваших вновь зарегистрированных партнеров. Да, поэтому вам сейчас такая вот на вас ответственность упала, понять все акции, поэтому не стесняйтесь, обязательно задавайте. Значит, продукция, которая добавляется автоматически в заказ, да, то есть вы, допустим, добавили аромат Шершеля Фам 50 мл в корзинку, но вы не добавляете дезодорант. Дезодорант вам сам упадет в подарок. Сколько парфюмов вы купите, столько дезодорантов вам и упадет. Акция кратная. Да, то есть обязательно подарки из каталога мы не добавляем. То есть новички, которые еще ни разу не делали заказов с момента регистрации, они уже, как вы видите, могут получить три подарка. Отличный парфюмерный дезодорант спрей, он большой, миллилитров, там, по-моему, 150 у него идет миллилитров. Если я ошибаюсь, исправьте меня обязательно. Мерную ложечку он получит и саше для маски волос. И попробует серию Salon Care, да, альтернативу салонной процедуре. Просто великолепный шампунь, очень у него такой сильный, насыщенный, женственный такой аромат, вот какой я люблю, чем-то он мне напомнил линейку Platinum, вот, значит, следующая акция, она вышла прямо сегодня с утра, она висит у всех в кабинете, с 5 по 18 июня нас ждет новый этап большой распродажи, в разделе промо-акции мы с вами можем набрать всякой различной ювелирной бижутерии со скидкой до 60%. Урывайте моменты, потому что во Флоранж реально качественная, красивая ювелирная бижутерия. Да? Это не безделушки, которые у вас через неделю почернеют, это качественная ювелирная бижутерия. Вот, тоже в разделе, наверное, промо-акция она нас с вами ждет. Также при покупке журнала Faberlic Style, да, вот такой вот журнальчик. Я его, конечно же, уже купила. Я его очень люблю. Такие журнальчики читать, они очень интересные. Очень такие, можно почитать и о жизни, и о продукции, еще о чем-то. Мне не очень нравится. Если вы его покупаете с 5 по 25 июня, то обратите внимание на то, что тут вы участвуете в такой лотерее, да, грубо говоря, 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 7 ежедневно, да, каждые 10 покупателей будут получать в подарок за 1 рубль новый аромат Sorbet Jelly. Это свеженький такой цветочный, очень приятный ароматик. Я его уже снимала в своих обзорах, он мне очень понравился. Вот, и я один ароматик уже подарила. Потому что, ну, с радостью дарю ароматы, которые именно я люблю, которые мне нравятся. На лето очень хороший аромат. Он мне намного понравился больше, чем цитроника, океаника. Это уже действительно, это парфюмерная вода, если она вам достанется в подарок. И у нас были случаи, новички в чатах хвастались. О, мне пришел подарок, да, парфюмерная вода. Да, этот каталог можно приобрести на втором шаге. Он так и называется, Faberlic Style номер 7, журнал. То есть вы его сами берете на втором шаге. Он у вас, в принципе, добавляется сам. Если вы не нажмете удалить, то он вам добавится.
Я очень часто, прочитав этот журнал, могу отдать соседке. Она посмотрит, придет мне, вот говорит, вот это. Я говорю, давай будем регистрироваться, ты будешь получать подарки, скидку, Фаберлик клуб, по стартовой пойдешь, и вот, пожалуйста, давай будем, да. Вот, далее, внимание, это очень важно. С 5 по 25 июня вам нужно забрать свои купоны на летние скидки 50%. После 25 июня купончики, к сожалению, сгорают, поэтому эти купоны мы выбираем в разделе промо-акции, подраздел акции каталога, и там уже смотрим, сколько купонов вам положено, столько раз из предоставленного ассортимента вы можете выбрать себе продукцию с 50% скидкой, да, то есть тоже в разделе промо, только акции каталога. Дальше с вами поехали. Также у нас с вами есть такая некратная акция, но очень шикарная. Новички, только новички могут забирать набор пробников всего за 270 рублей. Один наборчик я забирала под дочкой, я вам хочу сказать, что там очень много всего лежит, и очень будет шикарно, если ваши новички, если они зарабатывают на продажах или хотят получше, побольше познакомиться с продукцией, это выгодная покупка. На мой взгляд, это очень выгодная покупка, поэтому приобретайте. Набор пробников для новичков предложен всем на предпоследнем шаге заказа в разделе промо-акций. Да, подраздел акции консультанта, там же, где мы забираем стартовую программу, VIP-программу и так далее, они тоже там нас ждут. И самое интересное то, что если новичок, допустим, прошлого периода сделал заказ, но решил не брать, а в этом каталоге он захочет, то вот этот вот наборчик, да, будет ждать его также три каталога, как незабранный подарок новичка. Всем ли все понятно? Поедем с вами дальше. Также мне очень часто задают вопрос, почему скидка на продукцию бывает то 20, то 26%. В чем разница? Сейчас я вам расскажу. Если у вас ЛО до 50 баллов в предыдущем периоде, то есть 49,99, да, до, да, там 15-20 баллов, до 50 в общем, то на следующий каталог у вас скидочка от цены каталога 20% скидка. Если у вас ЛО от 50 баллов и выше, то на следующий каталог на все у вас будет скидочка 26%, но есть исключение. Одежда, колготки, нижнее белье, скидка остается 20%. Да? Но там, конечно, если вы будете покупать, вот я недавно мужу купила пиджак за 2 или 3 или даже с чем-то тысячи, то там 20% скидка, конечно, от такой суммы очень хорошо ощущается. Вот, поэтому да, 20% на одежду. Далее, все мы с вами сегодня два раза слышали про программу Фаберлик Клуб. Это накопительная программа, она работает очень просто. Мы размещаем заказы, оплачиваем их до конца каталога, и на следующий период баллы, на которые вы заказали продукцию, пересчитываются в бонусы. И вот эти бонусы вы можете обменивать на подарки из специального каталога на сайте. Да, там есть, не все, но есть. Значит, что это, минутку, потеряла мысль. Значит, один бонус равен одному баллу личного объема. То есть, если вы в прошлом периоде сделали на 5 баллов заказ, то в этом периоде вам начисляется 5 бонусов. Если вы сделали на 100 баллов заказ, то в этом периоде вам начисляется 100 бонусов. Да, подарки тут написано у нас с вами на слайде от 15 бонусов, но на самом деле, когда мы с вами выбираем в промо-акциях подарки по программе Фаберлик Клуб, они у нас с вами идут от 5 бонусов. То есть вы можете взять себе маску от 5 бонусов или мыло, оно будет весить 10 бонусов, и от 15 бонусов уже такие более, они могут сгорать, и мы сейчас с вами это все обсудим. Значит, за общее правило по программе Фаберлик Клуб, это за один период вы можете накопить не более 150 бонусов. То есть у нас есть лидеры продаж на проекте, которые делают личные заказы 200, 300, 400 и даже 500 баллов, то им все равно начислится не более 150 бонусов. Да? Вот.
И, конечно же, если личный объем консультанта равен нулю, то бонусы предыдущие сгорают. То есть, смотрите, давайте с вами чуть-чуть порисуем. Чуть-чуть порисуем. И, так, минутку, не то нажала. Значит, смотрим. Вот вы пришли в первом каталоге. Сделали заказ на 10 баллов, оплатили до конца каталога, вам начислилось 10 баллов, да? Да-да-да. Маски классные, кстати. Я все перепробовала. Думаю, бесплатно надо взять, попробовать обязательно. Да? Вам начислилось 10 бонусов в каталоге. Номер 2. Вы сделали заказ на 15 бонусов. И 10 плюс 15, если вы их не потратили ни на что, да, у вас получается суммарно 25. То есть их можно копить. Но условие программы говорит о том, что если вы сделали 0 баллов, то предыдущие бонусы сгорают. Поэтому, если вы не делаете больше, не хотите делать больше заказов, заберите хотя бы те бонусы, которые у вас есть. Пусть вам эти две маски придут. Да? Вот, сгорели бонусы, вот эти вот остались. Да? Если в четвертом периоде ЛО 0, то и эти сгорели, и ничего у нас с вами не осталось пусто. Но эта программа, она не сгорает, как стартовая программа. Если в стартовой программе вы пропустили период без оплаты, она сгорает, то тут вы можете заново начинать набирать бонус. Эта программа доступна всем, директорам, лидерам, новичкам, которые только пришли. То есть эта программа абсолютно для всех, поверьте. Директорам тоже нравится получать очень подарки. Я довольна. Я недавно накопила на халаты 3 банных полотенца. Очень классный такой качественный махровый халат. Знаете, такие бывают. Поставьте мне плюсик, если вы были в отеле, где выдаются белые халатики. Носили ли вы их когда-нибудь, да? Так вот, халат белый, вот этот вот от Faberlic, он в 2 раза тяжелее, в 2 раза плотнее, в 2 раза нежнее. Вот я бы так описала. Хотя, в принципе, он еще идет с логотипчиком Faberlic и очень с красивым таким воротничком. Очень хороший халатик. Вот он намного качественнее, чем вот эти вот халатики, которые нам выдают именно в отелях, когда мы там ночуем. Да? Вот. Это уже набор. Это уже набор. Он в отдельном, да, в отдельном идет. Как сказать-то, в отдельном отделе. Вот, значит, смотрим, да, ЛО в шестом каталоге 0, понятно, ничего уже, нечему уже сгорать и нечему уже начисляться, но новичок вернулся и решил сразу делать 50 баллов заказ. Он сделал 50 баллов, и ему уже 50 бонусов начислилось. Если он эти 50 бонусов не потратит, да, то он может эти бонусы копить. Но чтобы они не сгорели, лучше их забирать. В каталоге номер 8 новичок сделал 250 баллов. Ему еще сверху 150 бонусов начислилось. Да, помните, я вам говорила, что более 150 бонусов у нас с вами не начисляется. То есть, таким образом, новичок накопил 300 бонусов. Да, то есть вот тут еще 100, да, и таким образом, всем ли все понятно? Задавайте вопросы. Я очень люблю вопросы. Я вчера смотрела программу, не видела халатов, только полотенца есть, есть. А, я уже ответила на этот вопрос. Вопросов нет, задавайте. Да, то есть программа сгорает в случае пропущенного неоплаченного заказа в каталоге, но ее можно возобновить. В любое время, даже если у вас 0 бонусов, все бонусы сгорели, делаете заказ, знаете, каждый балл это равен одному вашему бонусу. Если, допустим, вы сделали заказ вчера, а оплатили его сегодня, да, вчера был последний день каталога, сегодня первый день каталога, что у нас получается? Вы оплатили в этом периоде заказ, да? Вы оплатили в этом периоде заказ, значит, бонусы, простите, вам начислятся в каталоге уже в следующем. Да? Вот это нужно обязательно тоже знать. Вот. Последняя акция, которую я вам хотела рассказать, это, конечно, VIP-привилегии. А еще я вам хотела немножко рассказать о быстром старте. Вот, VIP-привилегии – это когда вы делаете лично 100 баллов. Что они у нас с вами несут, да, несут за нами, это если вы сделали 100 баллов, оплатили эти 100 баллов до конца каталога, то на следующий период вы становитесь консультантом со стажем VIP-1. Да, и, конечно, вы становитесь первым уровнем, и вы будете иметь право на
один продукт со скидкой 70%, на 10 любых пробников 50% скидка, там пробников будет около 50, и на все вы получите скидочку, да, также на 10 любых каталогов следующего периода, то есть я сейчас могу уже взять 10 периода каталоги с очень шикарной скидкой. Это, ну, мне нравятся такие возможности. Если вы делаете 3 периода подряд, вот я где уже тут, да, давайте я буду так отмечать. Если вы делаете 3 периода подряд, то вам добавляются к привилегиям первого периода еще и скидка 10%. Обратите внимание, эта скидка 10% не от цены каталога, это денежки, которые ложатся к вам на ваш регистрационный номер в виде объемной скидки. И этими деньгами, которые вам перечислены, вы можете также оплачивать заказы, как и обычной объемной скидочкой. Это не дополнительная скидка от цены каталога, это деньги, которые вам начисляются. Третий уровень. Вы имеете право на первый, второй уровень, и если вы делаете 9 периодов подряд по 100 баллов, то вам за 2 недели до начала периода доступны все новинки. Вы их можете также заказывать в разделе промо-акции. По первому периоду кое-что я забыла сказать. Напомните мне, пожалуйста, кто понял мой недочет. Я забыла сказать, в принципе, самое-самое важное. Про второй уровень подробнее. Ну, давайте я видео сниму. Да, я видео сниму. То есть там высчитывается 10% свыше 150 баллов. То есть если вы сделали свыше 100 баллов, да, то есть за 50 баллов у вас начисляется 10% объемная скидка. Распределение новичков. А молодец, Катюша. На самом деле я про него забыла. Да, ровно с VIP-1 вы участвуете в распределении новичков от компании. То есть компания под вас будет регистрировать людей, если вы прошли тренинг. Людей будет немного. Может быть, один человек в каталог. Максимум, что я встречала, это 4-5 человек в каталог. Компания регистрирует, так и то в регионах, которые недавно открылись. Да? Вот, проходите тренинг и, в принципе, проставляете галочки, что вы согласны, чтобы под вас компания регистрировала людей. И, в принципе, оповещение, если под вас будет проходить регистрация, будет приходить вам на электронную почту, и в личном кабинете вы это будете видеть. Да, надо обязательно пройти тестирование. Все правильно, Ксюша. Далее, четвертый уровень – это 18 периодов подряд. Мы можем за 3 дня до начала периода забирать акции следующего периода. То есть я уже в пятницу могу делать заказ по следующему периоду, по их ценам. И понятно, что кто ругается, что ему ничего не достается, у меня таких проблем практически нету. Да? Да, если консультант делает заказ в последний день работы каталога, а оплачивает его в следующем периоде, то баллы тоже не пройдут в этом периоде. Нет, не пройдут. Баллы проходят и начисляются, и видны в структуре только после их полной оплаты в действующий период. Сделать этого мало. Нужно самое главное знать, что оплаченные заказы только проходят по структуре. Да. Далее, значит, у нас еще с вами есть такие периоды, как 50% серебро, 50 периодов подряд делайте по 100 баллов, и у вас серебро, 100 периодов подряд делайте по 100 баллов золото, 150 периодов подряд рубин и 200 периодов подряд бриллиант. Подарки шикарные, подарки великолепные, и, конечно же, чем больше вы VIP-стаж, тем больше компания под вас будет регистрироваться. Людей. Вот еще это я вам забыла сказать. Вот, значит, мы с вами обсудили все эти привилегии. Это уже в написанном. И, конечно же, на четвертом уровне 18 периодов подряд компания еще дарит значок. Да, дарит значок. Мне подарили 2 значка. Это было очень смешно. Подарили за первый VIP и за второй уровень. Хотя я VIP один, да, за один, за одно и то же выполнение мне подарили 2 разных значка. Да, 100 баллов личного оборота нужно делать. А тут компания тоже делает поблажки. И самое классное, что
А допустим, вы делали три периода подряд по 100 баллов, а на четвертый период, ну вот что-то у вас не получилось, и вы сделали 95 баллов. Это не 100, и по идее ваше участие, ваш VIP-стаж сгорает. Но нет, если вы сделаете на следующий период 200 баллов ЛО, то у вас уже не сгорает VIP-стаж, и вы становитесь VIP-5. Поставьте плюсики, понятно ли я рассказала. То есть у вас есть право сохранить свой VIP-стаж обязательно. Итак, давайте же, дорогие коллеги, с вами обсудим и представим такую ситуацию. Поиграем с вами в маленькую игру. Представим, что ваш новичок пришел, и в этом периоде он сделал личный оборот 100 баллов. Нет, в прошлом периоде, да, сделал оборот 100 баллов, и в этом периоде он VIP-консультант. Напишите мне, пожалуйста, что ему положено в следующем периоде. Кто самый находчивый, пишите обязательно в чат. Давайте с вами поиграем немножко в игру. Все ли знают? Все ли знают все акции, все привилегии VIP-консультантов? Что вообще, вот вообще что положено? От проекта, от компании и так далее. 70% скидка на любой продукт. VIP, хорошо. Стартовая программа, да. Накопительная программа, отлично. Объемная скидка. Сайт, молодцы, сайт. Рекрутинговый сайт в подарок, да, от проекта. 70% подписки новых клиентов, молодец. Акция для новичка 100%, да, это тоже самая стартовая программа. От 20 подарков по накопительной программе VIP. Так, так. Ага, ага. И никтошеньки не написал про 26% скидку. Опа, Галина Галат, молодец, умница. Да, то есть, если вы делаете свыше 50 баллов, то у вас еще появляется скидка 26% от цены каталога. Конечно, 100 баллов это больше 50 и 26%. Молодцы, молодцы. Да, а еще такого консультанта поздравят на вебинаре как 3% лидера. Ой, в видео, простите, поздравят в видео. Новый уровень, да, по маркетинг-плану, самый первый. Да, то есть, ну все, молодцы, молодцы. Прям мне нечего добавить. Да, и, конечно, подарки по Faberlic Club. Если я своему VIP-консультанту скажу, что ты можешь забрать там себе... Это сколько масок получается, да, если 100 баллов, а маска, это ж вообще, просто, в общем, говорить про подарки от 15 бонусов, иначе нас неправильно поймут, да, 20 подарков, но кто же поверит. Конечно, дорогие коллеги, придя в магазин, что такое 100 баллов, да, если брать, что вы покупаете одну одежду, это половинчатый балл, 100 баллов это 15 тысяч русских рублей, если брать полный балл, 75 рублей балл, да, то бот от компании Voke. Галина, сейчас бот, к сожалению, не работает, насколько я знаю, да? То есть это получается 100 баллов, у нас 7500, да, смотря что вы покупаете, полный половинчатый балл, да, но обычно это 10 тысяч в среднем, да, и представьте такую ситуацию, вы пришли в магазин, купили на 10 тысяч рублей, приходите покупать у них второй раз, а они вам три подарка, 70% скидкой любой продукт. А они вам говорят, а давайте мы вам сайт подарим, а давайте вам скидку 26% сделаем. Встречали хоть один такой магазин, дорогие коллеги? Кто встречал? Они вам еще денежку вернут. Денег дадут на последующие покупки. Конечно, такого нет. И, если честно, я иногда не понимаю людей, которые боятся сделать свой первый заказ, думая, что тут их разведут. Боже мой, да, они тут столько всего получают, ни один магазин столько не дарит. Конечно, таких магазинов нет. Вот, и нужно это ценить, нужно это понимать и это доносить до своих обязательно новичков, да, и... Мне кажется, это шикарно. При таком ассортименте мы с вами, конечно, можем
быть приятно удивлены огромному количеству подарков. В них на самом деле многие не верят, говорят, откуда так много, удивляются, потому что ни в одной компании столько не дарят, ни в одном магазине столько не дарят, и это 100%. И вы знаете, я довольна, что я сотрудничаю с такой компанией, которая заваливает новичков подарками, которая делает наш рост быстрым. Низкий поклон, да, компании Faberlic. Также мне очень интересно было попробовать новую программу управления весом, да, Slim, ускорение очищения, контроль. А мне досталась только одна баночка Liss Sweet. А я про нее тоже уже снимала видеообзор. Кто смотрел, поставьте. Да, вот они такие идут, таблеточки. А, они идут как мельчик, как мел на вкус, да. А, заявляется о том, что они снижают аппетит. Ну, в принципе, вы можете легко почитать о них аннотацию в каталоге, да, я не буду их сильно описывать, но меня очень порадовала эта программа. Я люблю всякие похудейки от компании Faberlic, тем более не работает, да. А второе меня очень удивило, влажная туалетная бумага, которую можно прямо в унитаз кидать. У нас появились влажные гигиенические салфеточки, я их тоже уже получила. Некоторые нет, их нет на складе, даже для VIP-ов не было, да. Хочу сказать, что у них обалденный, классный аромат, я ими пользуюсь. Также, конечно же, приятно, что у нас с вами огромный ассортимент обуви, ждем мужскую. Конечно же, купальники. Я получила все 4 купальника. И хочу сказать, что меня очень удивило то, как они качественно, хорошо и крепко сшиты, пошиты. На самом деле, красивые, аккуратненькие, да, где-то девчонки могут свои животики спрятать, да, где-то они их могут открыть, да, то есть просто здорово. Обзор, да, я обязательно сниму. Также понравилась коллекция молодежной, да, просто я была в восторге. У меня дочка говорит мне это. Но когда мы заказывали за 3 дня до начала продаж, уже не было одежды. Хотя она нам, консультантам, доступна только за 3 дня одежда, но было мало, так что мы вместе с вами ждем пополнения одежды, да, не забываем рассказывать про стартовую программу своим новичкам, что она может сгореть. И, конечно же, обязательно я вам сейчас расскажу про бонус «Быстрый старт». Таких бонусов, я вам честно скажу, нет ни в одной компании. И это на самом деле так. Ни в одной компании. Ой, я не понимаю, что такое плацебо. Вы меня извините, конечно. Что это такое? Это какой-то медицинский термин, что ли? Пустышка? Ну, они на вкус как мел. Не могу понять. А, самовнушение? Нет, написано, что они снижают аппетит и так далее, и так далее. Вот. Так, значит, шикарный быстрый старт. Он к нам вернулся с вами с 15 мая до 1 октября. Доносим всем, что если мы в течение 9 периодов, начиная с момента регистрации, подтвердим любое новое звание директора и выше всего 2 раза подряд, мы получим бонус быстрый старт по итогам 9 расчетного периода после регистрации. Что это такое, я вам о чем хочу сейчас сказать. То есть вы можете получить двойной квалификационный бонус. То есть когда к нам на проект приходит новичок, он вырастает до уровня директора, он его открывает, и он из 17 каталогов 8 раз подтверждается и получает 55 тысяч. Так вот эти 55 тысяч умножаются на 2. То есть за полгода, открыв директора, вы и подтвердив его суммарно только бонусов, помимо зарплаты ежекаталожной, вы получите 110 тысяч рублей. Всем понятно? Шикарно? Если вы сможете за 9 каталогов открыть золотого директора, это 3 директора под вами, то вы получите, да, 55 умножить на 2, 27 500 умножить на 2, 110 умножить на 2 и 165 тысяч умножить на 2. Такого нет ни в одной компании, чтобы вы
получили реально огромные деньги. Вот давайте я сейчас просто посчитаю, если вы с момента регистрации сможете все это вместе забрать. Значит, 55 плюс 55, так, плюс 27, давайте просто 27, я что-то без ноликов начала считать, да, плюс 220, это два бонуса, и плюс, так, минутку, 165 за золото два раза. Это получается 700 тысяч за полгода. Никто не желает. Я вам на самом деле говорю, компания столько ни одна не подарит. Вот смотрите, у нас есть результат. Быстрых стартов у нас очень много за три каталога. Быстрые старты брались, да? Я вам хочу сказать так. Я за год открыла рубинового директора. За год. Да. То есть, если бы, конечно, есть люди, у которых ничего вокруг не отвлекает, и которые заболеют этой целью, они могут забрать 700 тысяч. Это помимо выплат. Не забывайте, что золотой директор, 1050-60, он получает еще зарплаты, помимо этих бонусов. Я вам сейчас сказала только бонусы. Возможности есть, но не можете вы забрать золото, заберите серебро, заберите старшего директора, заберите простого директора. Даже если у вас не получится, кто вам дает право, не дает права попытаться? Даже если, вот вы знаете, мы тут с новичком, она мне говорит, даже если я вообще ничего не получу, тогда что? Тогда ты будешь получать зарплату в компании Faberlic, да, к примеру, вот моя дочка недавно вышла на 19%, она получает 19 тысяч в каталог, да? Пожалуйста, сейчас, погодите, я вам скину скриншот, если его найду. Я его не найду, наверное. Так, работаю в интернете. Минутку я обязательно сниму. Так. Так, выплаты лидеров. Вот скриншот. Так, так, так. Ну, в общем, тут скриншоты, в принципе, вот с нашего проекта. Там найдете Шишкину Екатерину, чтобы ваше время не занимать. А я его буду обязательно... Ой, минутку. Я буду его обязательно, да, как бы вот, посмотрите. 16 лет моей дочке, она мне помогает очень хорошо, работает, она мне продает продукцию, ей очень нравится продавать, она учится на фото-видеографа, будет поступать учиться. Я думаю, у дочки хорошее будущее, а вот золотой директор, профессионал, фото-видеограф, я прям гордость мамина, да. С 14 лет можно регистрироваться, Марина, да, то есть вот там есть фотографии Шишкина Екатерина, посмотрите. То есть самых амбициозных приглашаем не только за подарками, но еще и за крупными, большими, здоровенными деньжищами, которых ни в одной компании не платят и, поверьте, не заплатят. Это только Faberlic такое предоставляет. Я была в шоке, я 10 раз перечитала условия, я поняла, что это просто бомба. Такого на самом деле нигде нет. Ну, куда не пойди, куда не посмотри, да. Фамилия, а это дочка от моего первого брака, да, то есть с моим настоящим мужем мы сейчас живем, скоро как будет 8 лет, да. Вот, далее, значит, о чем мы с вами поговорим, это кислородная косметика номер один в мире. Не забывайте о том, что у нас патент на Аквафтем, Новафтем, который способен глубоко доставлять кислород в глубокие слои кожи, хотя кислорода в самих кремах нет, он заставляет нашу кожу работать, тем самым наша кожа не ленится и предотвращается старение. Ничего страшного. Вот. Далее, о чем мы с вами поговорим, это то, что компания нам очень часто дарит чеки на сцене. Это признание, это мероприятие от компании. Получили вы, открыли вы звание директора, получили вы чек на сцене, да, и вас вызовут на сцену и вручат вам этот чек. Вам будут аплодировать. Вот понимаете, это вот, когда я получила свой первый чек на сцене, как раз моя старшая дочка, я приехала домой, и она стоит и ревет, и говорит, мамочка, я так тобой горжусь, я так тобой горжусь. Я прям, вы знаете, я разревелась, потому что это очень приятно, когда ваши дети вами гордятся, когда все вокруг, которые когда-то были против, видят, что вы выставляете такие здоровенные суммы в размере 55 тысяч в интернете, и то,
тоже к вам начинают приходить, да? То есть поначалу вы делаете свое имя, а потом имя уже начинает делать вас, да? То есть вот так вот потихоньку, потихоньку. Поэтому я обязательно всем желаю открыть как минимум директора, вот. Но на директорстве вам, конечно, ну никак не остановиться, потому что люди, которых вы привели вместе с собой зарабатывать, они-то же тоже хотят директорами стать. Поэтому золотой директор как минимум, и эта цель особо важна для того, чтобы ездить в разные страны мира каждый год с нами, да, это тоже шикарные подарки для драгоценных директоров. Значит, развивать мы с вами можем свой бизнес в 42 странах мира. Также, это мне очень нравится об этом рассказывать, что наша компания Faberlic озеленяет планету. В 45 регионах России компания садит деревья. Да, кто-то рубит, а мы садим. Далее компания помогает деткам с ограниченными возможностями, и мы имеем право, можем помочь этим деткам, тоже можем принять участие. Вот такие мы с вами добрались до путешествия за счет компании. Если до 2018 году, до пятого периода, вы успеете подтвердить золотого директора, то, конечно же, вы с нами куда-то в 2018 году поедете, да, то есть, что мы едем в Доминиканскую Республику в этом году, мы узнали на ассамблее осенью в 2016 году, поэтому какая будет следующая поездка, это еще пока неизвестно, но мне кажется, она нам всем понравится. Также мы ездили в Шри-Ланку, хочу сказать, что это просто обалденный остров, добрые ланкийцы, да, то есть нагленькие обезьянки, подленькие брундучки, которые в номер залазят, ну и, конечно, это встреча с наставниками, встреча с драгоценными директорами, которые также успешны, как и вы, и это просто круто. Не забываем, что у компании Faberlic собственная фабрика, свой завод, 45 тысяч квадратных метров. Недавно компания Faberlic открыла еще две дополнительные производственные линии. И, конечно же, абсолютно вся продукция фабрики проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу, Санпину. И компания Faberlic внесена в госреестр предприятий-производителей экологически чистой и безопасной продукции. Ой, Марсель, я, к сожалению, это не подскажу, это нужно обязательно обращаться непосредственно туда, в компанию, и там они уже вам ответят. Да, то есть 45 тысяч квадратных метров, уже более 300 миллионов, да, не убрала этот слайд. Также компании принадлежит свой собственный научный центр разработок, и это просто классно, что у нас с вами с помощью этого центра наработано 34 патента, у нас есть собственная микробиологическая лаборатория, да, и, конечно, уникальные формулы. Патент – это то, что нельзя повторить никакой другой компании, потому что это только наши. Мы получаем очень много наград в год. Если это духи, то это Fifi Russian Dwarfs. Если это продукты для дома, да, допустим, продукты функционального питания, то это права потребителей, качество обслуживания и так далее, и так далее. Да. То есть мы очень часто занимаем всякие места, народная марка. Вот. И не забываем, да, это уже последние два слайда. Молодцы, что высидели, 131 человек. Да, обязательно знайте, все, кого не было в начале вебинара, я повторюсь об этом в конце, что те, кто зарегистрирован до 25 июня и ни разу не делал заказа с момента регистрации, пусть он придет к нам через неделю, или он пришел к нам 3 каталога назад, этот человек, неважно, он имеет право на 3 подарка, на пятновыводитель, порошочек, на пятновыводитель спрей и на салфетки, которые выводят пятна, набор из серии «Дом Faberlic». Главное условие – это оплатить нужную сумму до конца каталога. Есть, кому эта продукция не подходит. Ну, прям весь ассортимент продукции не может не подходить. Вот, к примеру, детская и мужская одежда у нас идет практически вся 100% хлопок. Ну, конечно, если у вас есть индивидуальная непереносимость на какие-либо компоненты, то она есть у всех, потому что, ну, не может такого быть, что прям все может подойти.
Вот. Итак, дорогие коллеги, спасибо вам огромное за внимание. Забирайте свои подарочки в каталоге номер 9 до 25 июня. Купончики забирайте, подарки забирайте, все забирайте. Быстрый старт забирайте. Ну и, конечно, я вам хочу сказать до свидания. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Если нет вопросов, минусуйте. Я уже сниму с записи и отвечу на вопросы.